Thank you.
Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество? Семен Семенович Горбунков. А где вы работаете? Старший экономист в Гипрорыбе. Очень приятно. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное – это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет. Значит, вы еще никогда... Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Ну и вы тоже едете за границу первый раз. Нет, я никуда не еду. Мы провожаем папу! Девочка, что же это такое? Фиш-стрит. Рыбная улица. Аптека Чиканука. Лёлик, я все прекрасно помню. Все должно быть достоверно. Упал, выругался. Черт возьми. Прости, черт побери. Смотри, не припутай. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главный этот самый реализм. Ну, пора, турист. Добрый день. Добрый день. Это каюта 16 или... Пардон, я ошибся. 16-я. Вы тоже здесь есть? Да, будем знакомы. Казадоев Геннадий Петрович. Очень приятно. Горбунков Семен Семенович. Приятно. Надеюсь, мы подружимся. Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете? Нет, 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 нет. Я взял. Водку. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I live, yeah! Thank you.
господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. Во времена царствования императора Шимуншина Шаха III здесь, на этих холмах, был расположен великолепнейший ансамбль, включающий в себя дворец, мечеть с двумя минаретами, гарем на 1200 мест. О, ай, бьё ханабадан, Томас Каро Рональ, бьём радули колоссален, Джавид Погорелло, лунда ханабадан, цигель, ай-лю-лю, лючи парон, ай-лю-лю. Ты что, с ума сошел? Она мне кого-то зовет, что-то случилось. Ай-лю-лю потом, но нихт нет ни в коем случае. Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо, облика морали, ферштейн, все быстренько. А что ей надо? Ах, мог, портерону, ярома струкадар рубиц. Разрешите поблагодарить вас, Николай Иванович, за вашу интересную, очень интересную экскурсию. Спасибо. Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, но учтите, ровно в 17:00 все должны быть на теплоходе, без опозданий. Понятно? Все. Геша! Геша! Что ж, бля, бросил ты меня? Ну, кто ж тебя бросил? Жду. Вон туда. Инкас. Киора, пер. Ну, где же он? Мурбритте, не совков. Спокойно, должен прийти. Пурген ластри, черт побери. Пароль старый, черт побери. Черт побери. Черт побери. Кем я донрать? Же сви Михаил Светлов. А он точно с теплохода Михаил Светлов? Нам сообщили так. Теплоход через час уйдет. Заткнись. Пор комадона де умбес. Топер бако кастела де мебрано химаринче сервестикс хам дураля. Простите, погорячился. Ты знаешь... Геша! Геша! Гражданочка! А? А! Черт побери! Черт побери! Черт побери! А! Черт побери! Акад на катке бьет психо! Руссо! Михаил Светлов? А, да. Сичек,
знакомого. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Черт побери! Кэтальмирам! Что с ним? Действительно сильный вывих. Даже потерял сознание. Начнем. Команит. Экель. Черт побери! Черт побери! Черт побери! Михаил Светлов! Михаил Светлов! У-у-у! Цигель, 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 цигель! Цигель! Цигель, цигель! Черт побери! Черт! Цигель, цигель, цигель! Черт побери! Абсалон! Черт побери! Черт побери! Черт побери! Вот, кальсмен. У Бланш Хемегов. Руссо. Руссо, 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 Руссо. Михаил Светлов. Михаил Светлов, это я. Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери». Черт побери, черт побери, круг искусств, тобеншлаг, мордюк. Круг искусств, мордюк, тобеншлаг. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Цигель, цигель, люлю. Товарищ, 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 хорошо, бай, люлю, цигель, цигель, время, товарищ. Эти кретины уверяли, что он был без сознания. Значит, этот лопух ничего не знает. Отлично. Ну что? Что? Что это такое? Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда. Как? Контрабанда. Что вы так, Семен Семенович? Спокойно. Выпейте. Я не пью. Читали в неделе отдел для дома для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте. Пейте, пейте. Товарищ капитан, да. Ну что ж мне теперь делать? А ничего. Отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас, о контрабанде никому ни слова. Да, меня же будут спрашивать, что с рукой. А вы говорите, поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Поскользнулся. Упал. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Правильно. А про это я сообщу куда следует.
Спасибо. Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно, нос. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все? Все. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геш, спасибо. Береги руку, Сеня, береги. Надя расстроится. Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг. Товарищ, мне уже уходить? Да, проходите, товарищ, не задерживайте. Совсем? Да. Неужели капитан их не предупредил? Что делать? О, вот он. Все в порядке, товар как в сейфе. А ключ? Что? Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас поймешь. К шефу. Только без рук. Куда поедем? Домой. Значит, за границей побывали? Да, побывал. А что делать сейчас? Куда мне, в милицию, а может, домой? Так я еду домой. Я ж не сказал ему адреса. Куда он меня везет? А здесь в город только одна дорога. Пожалуйста, Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж. Что это у вас с рукой? Почему он интересуется? Что это, простое любопытство? Подозрительный тип. Поскользнулся, упал. Закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Вы в самодеятельности участвуете? Участвую. Зачем я соврал? Я ж не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип. Почему он свернул? Ведь дорога прямо. А там ремонт. Объезд. Остановитесь, возьмем. Не положено, инструкция. Не взял попутных. Это не таксист. Бандит. Почему сразу не представились? Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну и как? Проверили? Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он... Гипсом. Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше. Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план. Что же мне теперь делать? Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем. Вроде живца. Понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь. Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас.
Как же можно с человека срезать гипс незаметно? Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать, но человека можно напоить, усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа. С чего трупа? Но я уверен, что до этого не дойдет. Михаил Иванович, а нельзя ли, чтобы этот гипс вместо меня поносил кто-нибудь другой? А, да. Вы, конечно, можете отказаться. Но нет, я не трус. Но я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли. Я думаю, Семен Семенович, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен. Да-да, бывает. Теперь договоримся о связи. Ну что вы, Семен Семенович? Минуточку. Связь будем держать так. Если вы нам понадобитесь, вы ко мне приедете. Если мы вам будем нужны, я вызываю такси на свое имя. Приеду я или мой помощник. Ясно? Держите. Спасибо вам большое. Вы уж меня извините, что я. Ничего-ничего, у нас бывает и похуже. Может, к нам зайдем? С женой познакомлю. Семен Семенович, мы же с вами условились. Никто не должен знать. И Надя? Никто. Ясно. Семен Семенович, а вещи? Приездом. Семен Семенович. Спасибо. Извините, что так поздно. Ну, сами знаете, общественное дело прежде всего. Что у вас с рукой? Да. Семен Семенович, в среду у нас в Красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит. Какая лекция? Ну как же. Кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции — Нью-Йорк, город контрастов. Да я не был в Нью-Йорке. А где же вы были? Я был в Стамбуле, в Марселе. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. А что у вас с рукой? Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс. Отлично, отлично. Скромненько, но со вкусом. О, какая прелесть. Какая прелесть. А что у вас с рукой, вы говорите, Семен Семенович? Это вам сувенир. Что вы. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович. Кнопочку нажмите. Да? Смешно, да? Очень. Спасибо. Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока-колу пил? Угу. Ну как? Спи, спи. Сплю. Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи. Сядь.
скажи все-таки, что у тебя с рукой? Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой. Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Вот. Не умеешь ты врать, Сеня. Я знаю, что у тебя там. Кто тебе сказал? У тебя там незакрытый перелом. А что? Что у тебя там? Золото, бриллианты. Брось эти шуточки. У тебя там не закрытый, а открытый перелом. Пошли спать. Это убивать надо. Лёлик, только без рук, я все исправлю. Чтоб ты сдох, чтоб я видел тебя в гробу у белых тапков. Чтоб ты жил на одну зарплату. Виктор Николаевич, вы что, читать не умеете? А? Мам, смотри, куда. Ну, разве можно так? Нельзя. Ну-ка, постой. А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний. А для чего? Для эстетики. А где же ему гулять? Вам предоставлена отдельная квартира. Да. Там и гуляйте. А где же ему? Зачем так? Зачем? Доброе утро. Здравствуйте. Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака, друг, человек. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг, человека. А у нас управдом, друг, человека. Алло, папаша, огоньку не найдется? А? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Понятно.
Вот он! Лопух. Такого возьмем без шума и пыли. Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Детям мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. Идиот! Детям мороженое! О! А, глаз ерунда пройдет. Сеня, как твоя рука? Ничего. Не болит? Mm-mm. Ну-ка, пошевели пальчиками. Нет, не этими, вот этими. А? Все в порядке. Пройдет. Геннадий Петрович, да. Вы, как Сенин друг, должны повлиять на него. Он слишком легкомысленно относится к этому. Вы знаете, ведь он хотел меня обмануть. У папы там совсем не то, что он всем говорит. А что? Ведь у него там не закрытый, а открытый перелом. Дзынь! Иди к маме. Сень, давай махнем на рыбалку, а? Поедем на черные камни, возьмем лодку с ночевкой, отсидим вечернюю зорьку. Сень. Ну? Нет. С ночевкой не поеду. Боюсь затрудить. Давай с утра. Все. Давай с утра. Как тебе угодно. Значит, с утра? С утра. Все. Максим! Ты что делаешь? Мамочка, куда вода не делала? Ну, разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей. Хороший мальчик. Эх. Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Рогаль Левицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик. Летний комбинированный костюм «Универсал 69». Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку. Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль мини-бикини 69. Что случилось? Почему шеф здесь? Все меняется. Операцию будем производить у Белой скалы. Почему не на черных камнях? Там днем слишком людно. Ну, у Белой скалы нет клева. Клев? Клев будет, это я беру с тебя. Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете. Дальше все идет по плану? Все так, как условились. Ты слегка глушаешь его. Держи. Лёвик, ну это же не эстетично. Да то дешево, да дешево и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем ему. Так, а мое алиби? Ах да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных. Лёлик, только я тебя прошу, чтобы... Не беспокойся, Козлодоев. Козадоев. Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно. Добрый вечер, Марья Николаевна. Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя? Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились...
А хлеба нет. Сейчас на проспект дежурный. Да. Далеко, а надо. Да, да, да. Да. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Давайте грузить. Давай, подними. Коляску. Давай, поехали. Добрый вечер, Семен Семенович. Добрый вечер. Но я вас не знаю. Володя. Сеня. Вам привет от Михаила Ивановича. А, спасибо. Он очень хотел вас видеть. Когда? Да хоть сейчас. Опоздаю за хлебом. Вы не волнуйтесь, у меня машина. Пройдемте. Ну, Володя, спасибо большое. Не стоит. Счастливо. Отдыхайте. Хорошего вам клёва. Значит, вы точно будете на черных камнях. Да-да, на черных камнях. Ну, ни пуха вам, ни пера. К черту, к черту. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Кажется, здесь. Или, может быть... Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клев там лучше. Если не ошибаюсь, то здесь будет такой клев, что ты забудешь все на свете. Выгружайся.
Дяденька, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Мам! А? Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко святеси, Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Щенок, в сторону, пшел отсюда! Летят утки, летят утки. Да. И два гуся. Да. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь». Как? «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучая ива». Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир. Обозначены на схеме буквами «М» и «Ж». Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращаешься на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. Ну, вот. А дальше вопрос с техники. Ясно? Да, да. Алло, Олег, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он мало пьющий. Ну, как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд. О! Кто возьмет билетов? Пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Ради чего? Газеты надо читать. Что? Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Ага. Естественно, у вас будут расходы. Вот, возьмите. Нет, нет, не надо, я сам. Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей. Номи. Ай. Что у вас с головой? Деньги. Семен Семенович. Понял. Держите. Зачем?
Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите. С войны не держал боевого оружия. Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми. Дайте один боевой. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно. Семен, Семен, ну что вы? Так надо. Феденька, и хорошо бы дичь. Сделаем. Что будем пить? Водку, коньяк? Мне бы пивка. Значит так, для начала бутылочку водочки и бутылочку коньячку. Пару пива. Слушаюсь. О, мне надо позвонить мамочке. Я сейчас. Давай. Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь. Очень прошу вас. Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Жду. Свободно. Занято. Вот оно, началось. Только спокойно. Надо действовать. Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо. Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Ну-с, начнем, пожалуй. Нет-нет-нет-нет, я пиво. Нет-нет. Ага, следит. Пусть видит, что я пью. Ку-ку. За твою премию. Дай бог, не последнюю. После первой не закусывают. Водочки. За твое здоровье. Давай. Ку-ку. Запей. Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешь? На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Я сейчас. Клиент дозревает, будь готов. Всегда готов, идиот. Пардон. Вы к кому? К тебе. Ну? Не узнаешь? Не узнаю. Может, выпьем? Выпьем.
Я тебя тоже не сразу узнал. Да? Угу. Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? Простите, с кем имею честь? Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил? Усы? Все, я по-быстрому объясню товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей. Сеня? Вы уж простите, ну, обознался. Вот усы вам. Вылитый, Володька Трынкин, вылитый. Товарищ, у вас когда самолет? Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Хорошо, что он не контрабандист, симпатичный мужик. Зачем же я так напился? М? Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Нет. Тогда еще по рюмочке. Не-не-не, я больше не буду. Должен. Все. Сеня, ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Тогда я тебя укушу. Кусай. Ешь. Кругом народ. Леша. А под дичь будешь? Под дичь буду. Теря! Дичь! Дичь! Это дичь? Это дичь? Дичь. А под дичь водку не пьют. А что? Пьют этот. Понял, понял. Федя, еще по 150 шампанского и все. За тебя. Быстро. Спасибо. По-моему, вам пора освежиться. Сеня, слышал, пора освежиться. Быстро. Пойдем. А дичь? Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Федя. Не шали, не шали, быстро. Строго на север, порядка 50 метров. Быстренько. Ну что? Сеня! Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву.
А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава. Все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава. Придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой. Но вы же знаете, Варвара Сергеевна. Я все знаю больше вас, дорогая моя. Откуда у него деньги? Его товарищ пригласил. Получил премию. А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А эта странная фраза. Собака – друг человека. Странная, если не сказать больше. А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что? Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Оттуда? Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. А, рука! Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой. Она все равно. Что же делать? А дети? Что с ними будет? Какой позор! Есть только один выход. Только один. Только один. Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Поехали к шефу. В таком виде я не могу. Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе. Будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали! Да.
Поехали. Ешь. А? Надя! Сеня! Наденька! Сеня! Успокойся, успокойся! У тебя есть, есть выход. Да? Ты должен пойти и признаться сам. Сам! В чем? В измене. Как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. О, Боже! О, горе мне! А что? Что я должна была подумать? Все, что угодно, но только не это! О, горе мне! О, горе! Откуда у тебя пистолет и деньги? Молчи, несчастная! Молчи! Сеня! Скажи, откуда у тебя пистолет и деньги? Я умоляю тебя, Сеня! Скажи. Хорошо. Я тебе скажу. Но никому ни слова. Клянусь. Это государственная тайна. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания. Какого? Этого я тебе не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно. Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально. Добрый день. Добрый день. Бонжур, мадам. Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном... Салют, мальчик. Я от шефа. Все приготовлено. Ксива. Паспорт готов. Хазе. Отель Атлантик. Двухкоечный номер оплачен. Клиент. Фас. Профиль. Гонорар. О! Пока что задаток. Достаточно одной таблетки. Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Вы меня? Да. Вы меня извините. Я слышала, ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно? Да. Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам напишу. Алло. В 9 часов вас устраивает? Ага. А, ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать.
9, ровно в 9. Гостиница «Атлантика», номер 327, Анна Сергеевна. 9, ровно в 9. Печенкой чую, клюнула настоящая рыба. Как она выглядит? Она? Да. Ясно. Будьте осторожны, не повторите вчерашние ошибки. А, я ведь вообще не пью. Друг пригласил. Да, кстати, как он себя чувствует после вчерашнего? Не знаю, он еще не звонил. Хороший человек. Вы думаете? Ну ладно, идите в гостиницу, действуйте сообразно обстоятельствам. Возможны сообщники. Проверьте. Оружие при вас? Психическое. Вас услышат. Дайте-ка записку. Французский Шанель номер 5. Поехали. Задание. Будь осторожнее, слышишь? Не волнуйся, все будет в порядке. Сень! Клиент прибыл. Добро. Пятый, он вошел. Прием. Понял, вас понял. Гостиница 327, Анна Сергеевна, 900. Да-да, войдите! Пришли. Добрый вечер. Добрый вечер. Присядьте, пожалуйста, я сейчас. Что с вами? Что с вами? Да вот. Западка закатилась. Вот, отшпилилась. Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Стучит? Стучит. Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет. Лёлик, а если он сейчас уйдет? Ежа, ты ушел от такой женщины. Я нет, но он верный муж. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком. Следить за сигналом. Thank you.
нам бы насчет халата. Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь? Да нет, не тороплюсь. Может, пока бокал вина? Хорошо бы. Пиво? Нет, только вино. Слова любви вы говорили мне в городе каменном. А фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги. За наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя! Видишь, гибнет, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Нам попугай... А где ж подружка? Может, я завтра? А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. А город пил коктейли пряные. Взгляните. И ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой. Но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги. Желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные. А город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными. Но корабли кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, помоги. Я видела твое спецзадание. После такой чудовищной лжи я не хочу и не могу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай. Доброе утро, Сергей Семенович. Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку. Правильно, но не сейчас.
Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. 8 утра вам удобно? А почему не сегодня? Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу. Какую? Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем. Каким приятелем? Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане. А, Геннадий Петрович? Встретитесь с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра. Угу. А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс. Гена? Да. А почему же вы его туда? Чтобы не спугнуть более крупную рыбу. Пардон. А город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Помоги бы. Хорошо вы поете. Ну что вы? Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью, 10 лет. И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю. Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда? О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае. Вы так думаете? Да. О. А, кстати, вы кто такой? Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега. Ясно. Собутыльник. Ну-ка, иди отсюда. Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы. Хорошо, хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили? Не беспокойся, алкаш, не сорвешь. А теперь снимите. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его. Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались? В свою Дубровку. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Поехал. Счастливо. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время. А Михаил Иванович не смог приехать? Золотое. А Володя? И сердце стало. А звание у вас какое? Какое звание? Как у Володи? Лейтенант милиции. Лейтенант. Старшой. Я. Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно? Разрешаю. Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное, в гостинице. А чтоб она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах. Нет, на это я потить не могу. Товарищ старший. Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством. С Михаилом Ивановичем? С Михаилом Ивановичем. Привет Михаилу Ивановичу! Алло, алло, шеф, это я! Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик! Уехал в Дубровку минут 20 назад на такси. Бежевая Волга, 28.70, ого! Понял, всё понял. Гешка на 19-й версте, значит, без него. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю. Ну как? Привет от Михаила Ивановича. Спасибо. Ну что?
Все будет в порядке, даже лучше. К жене приедете, как огурчик, без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня. Поймали? Поймали. А кто он? Лопух. Зачем возвращаться? Не будем терять времени. У нас есть точка на трассе, там мы снимем гипс. Как говорит наш дорогой шеф, Михаил Иванович, куль железа, не отходя от кассы. Быстренько снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок. Товарищ старший лейтенант, только прошу вас все ценности принять по описи. Ну, какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. Вся операция займет не более 15 минут. Пускай отмокает. А я пока соберу барахлишко. Дела. Здорово, у вас здесь все оборудовано. Да, приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку, перебазироваться. Вот так. У вас уст отклеился. Спасибо. Руки вверх. Седьмой, что видите на трассе? Докладывайте. Я седьмой, докладываю. По направлению к городу движется автоцистерна «Молоко». Такси не обнаружено. Продолжаю обследование. Прием.
Седьмой, седьмой. Такси бежевого цвета в Дубровку не въезжало. Обследуйте 45-й квадрат. Стойте! Остановитесь! Подождите! Прошу вас, отвезите в город. А что случилось? Дело государственной важности. Возможно, погоня. Я отвезу. Отвезу вас хорошо. Скорее. Скорее! Я ведь еще только учусь. Ну что вы, время? Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. Руки! Вверх! Обои! Убью! Зря старались. Бриллиантов там нет. Как нет? Нет, и все. А откуда вы знаете, что они там были? Эй, это с приклеенными усами, тоже думал, что они там. А они давно уже в милиции. Шеф! Стойте! Стойте, идиоты! Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Пятый, я седьмой, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении государственной границы движется москвич вишневого цвета. Прием. Седьмой, седьмой, слушай мою команду.